Его узнают на улице, о нем пишут в газетах и часто показывают по телевизору. Стать всемирно знаменитым фермеру из Турции помог его рост – 2 метра 51 сантиметр. Высоких родственников у мужчины нет. В том, что Султан Кюсен свои 33 года все еще продолжает расти, виновата опухоль гипофиза. Помимо популярности и звания самого высокого человека в мире, такой рост принес Султану и немало проблем. Мужчина так и не смог закончить школу. Ему пришлось оставить спорт. Сейчас Султан передвигается только на костылях и очень часто посещает больницу. Но не унывает. Популярность дала ему возможность осуществить свою мечту. Покончить с фермерством и начать путешествовать по миру. Зейнаб Биби живет в Манчестере. Из-за своего роста 2 метра 17 сантиметров из родного Пакистана ей пришлось бежать. В детстве сверстники избивали и закидывали Зейнаб камнями, а сегодня она гордо носит титул самой высокой в мире женщины. Ответа на вопрос, почему она такая высокая, врачи не знают. Она совершенно здорова. В России тоже есть свои знаменитые великаны. Самый высокий мужчина нашей страны живет в Троицке, Челябинской области. Рост 25-летнего Николая Панкратова составляет 2 метра 35 сантиметров. О нем узнали совершенно случайно, когда Николай обратился за помощью к медикам в научный центр имени академика Елизарова. Там и был зафиксирован новый рекорд. Ну а вот кому рост принес славу и помог добиться успехов, так это волейболистки Нелли Алишевой. Девушка – бывшая нападающая волейбольного клуба «Амичка». С ростом 2 метра 4 сантиметра в 2013 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая женщина России. Уже второй год подряд волейболистка занимает 4-е место в списке самых результативных игроков национального чемпионата. А еще Нелли Алишева была признана не только самой высокой, но и одной из самых красивых спортсменок страны. В Омске тоже есть своя книга рекордов. Людей ростом по 3 метра в ней нет. Самый высокий мужчина в нашем регионе Сергей Пузиков. Его рост 2 метра 9 сантиметров. А вот среди женщин, не удивляйтесь, самой высокой была признана дочь Сергея Пузикова, Екатерина Пузикова. Ее рост 1 метр 95 сантиметров. Людей выше в Омске пока не зафиксировано. Но годы идут, дети растут и, возможно, уже через несколько лет звание «самый высокий» будет удостоен человек ростом под 3 метра.